Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Сегодняшняя наша тема касается урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией и что происходит в регионе. Происходит то, что между Азербайджаном и Арменией начинается урегулирование отношений, то есть процесс идет в этом плане. В дипломатическом контексте между Азербайджаном и Арменией к регулированию процесса подключились и Турция, и дипломатическая конференция в Анталии этому свидетельствует, то, что Армения уже начинает осознавать то, что другого выхода нету, как урегулировать отношения между Азербайджаном и Турцией. И сейчас идет подготовка к процессу мирного соглашения. И как вы догадались, что процесс очень виден. И многие говорят, что когда Азербайджан будет уже закрывать эту тему, то есть когда азербайджанская армия все таки достигнет своих целей. И то, что мы видим в Карабахе, это свидетельствует тому, что Армения уже на 100% согласен с теми выводами, что предлагает Азербайджан. И то, что там сепаратисты что-то делают и так далее вокруг миротворцев, это все мелкие части, которые со временем, то есть очень скоро мы это не увидим и увидим, что целостность Азербайджана уже будет, так как другого выхода нету. И то, что сюда будут приходить французские миротворцы и так далее, это все только на словах. Так как Азербайджан, ввиду того, что он уже окончательно подтвердил то, что является хозяином своей территории, и никому другого, никто другой не нужен в этом процессе, и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном выгодна и Армении. И кроме этого, Азербайджан, подписывая меморандум между Ираном, довел Армении до того, что Армения уже, у Армении другого выхода нету, чтобы выйти из этого, и Армения должна изменить свою политику в отношении Азербайджана и сделать то, что предлагает ему Азербайджан. И после нормализации уже отношений в этом регионе воцарит мир. Этот мир нужен и Грузии, и Азербайджану, и Ирану, а также Турции и России. Те, кто говорят, что Россия не хочет, чтобы урегулировать, то есть отношения между Азербайджаном и Арменией урегулировались, напоминаю этим людям, что Азербайджан является, то есть подписал соглашение с Россией. Это свидетельствует тому, что Азербайджан также является союзником России, и России нужно, чтобы отношения с Арменией урегулировались, и тут царил мир. Спасибо всем за внимание. Удачи всем.